Всем привет! В этом видео я покажу вам, какие апартаменты мы снимали на одну ночь в маленьком городке Клопенбург, который рядом с Бременом. И начинаю обзор. Душевая и туалет вместе. Чистая, приятная, качественная, красивая. Большое зеркало в коридорчике. Налево уходит спальня с косым потолком, но светлая, с очень большой кроватью и теплыми батареями. Нет, здесь нет шкафа, но есть прикроватные тумбочки и вот такая вот полочка. Интересное решение вешалок. Дальше. Салон, гостиная, большая, красивая, просторная, с большим диваном, который использовался в качестве дополнительного спального места для ребенка. Есть телевизор, красивые люстры и симпатичная картина. И осталась кухня, она в стороне. Тоже очень милая, приятная, с большим окном, хорошим столом, качественными стульями. И на кухне есть все необходимое: микроволновка, чайник, блендер, а внутри есть еще даже мультиварка. Ну и, конечно же, поверхность, электроповерхность и духовка. Даже оставили посуды много, всего много, даже оставили много специй, сахара и кофе. Вот такие милые апартаменты нам обошлись за 370 шекелей в сутки.